надо. Там он дальше еще. Ну я и дальше. Я не хотела через 100 дома. Ну ладно, дальше поедем. А там дальше не поедем, туда не надо. Ну, хотя там нет, там машины-то не это. Ой, блин, смотри, вот здесь. А там что? Ну вот, смотри, помойка пока. А, продолжение. Угу. Не, ну это... Вот, ну это по мелочам уже так-то. Это мне говорят, что это развитие, блядь. Я хрен его знает. Мне не верится, блин. Но я же не могу администрации. Я же не могу администрации не доверять, правильно? Если мне говорят, что это развитие, значит надо верить. Вот за вот это вот, кто следит, вот за домом. Практически дом разбирают. Смотри, что делается. Это же вообще. Это дали, короче, кому это? Подтопленцам? Или кому? Подтопленцам по мути, а вот эти-то нет, по-моему. А? Да? Да я не знаю, что это такое. Но это, говорят, люди сами делают, типа. Ну, естественно, сами. Ну, а что они? Ну, в смысле, они мусор выкидывают, а куда они? Нет, вот эти дома разбирают. Они. А? Где живут, там и разбирают, что ли? Да прямо, что будет, что будет. Да я тоже не пойму. Это... Что это такое? Ну, да. Ой, а здесь вообще баки убрали. Баки убрали, да, все, чтобы не было тут свалки. Ну, видимо, дома остались без управляющей компании. Теперь это самое, вы, это наказать некого. Вот администрация пускай делает субботник. Нет, ну субботник Всехабаровского края 20 числа, я читал, намечен. Мы вот около своего горкома провели 12 апреля субботник с первым секретарем. Кто больше, как бы, ну это там, они не знали, что мы вот так вот проведем. Вот пускай администрация сюда приедет, если они не могут нормальный порядок навести, в плане управленца, управляющей компании не могут. Ну как они не могут навести? Ну не могут, блин, потому что никто не хочет управлять этим невыгодным фондом. Это бабки безвозвратные, в общем-то. Ну, есть решения, но эти решения называются популизмом, видишь? То есть то, что для людей, это называется популизм, я не знаю. Мне говорят, что это развитие. Я вот никак не пойму. В чем развитие? Кто вот мне объяснит? Вот кто сейчас видео смотрит, вот скажите мне, в чем развитие? Ставьте это самое. Дизлайк, кто развитие так же, как я, не видит. Нет, лучше лайкать, потому что дизы вообще видос убивают на корню. Ну конечно пойду. Вот у нас одна развлекуха в Николаевске. Вот. Администрация говорит, что, ну, согласно их ресурсам, я так понимаю, что программа Винлаб и Алкомаркет, ну, короче, точку бухалдосную в каждый дом. Я что-то тоже не знаю, это в этом развитие, что ли, заключается. Тоже не пойму. Вот он, дом Чайки. Тут что-то маленько иногда делается. Потому что, когда Юрий Яковлевич приезжал, тут сразу такой кипиш наводили по городу. Прям все там чистили, драили, быстро ему асфальт положили. И самое главное, что когда он уехал, за ним этот асфальт не сложили. Ой, елки-палки, сейчас мне YouTube заблокирует видео. Песня лицензионная про эту, которая... Да пускай играет, что они все лицензионные. Вот этот вот район мне прям жалко вообще. Вот этот вот. Целиком прям его грохнули. Прям вообще вот, не, ну вот этот район вот особенно вот, вот этот прям, его прям постарались. И ничего не забивают, окна, ничего не это, ну нет технических возможностей, все. И мне еще добивают, что нет технических возможностей мусор вывозить, но зато потом есть технические возможности 3 миллиона отдать на штрафы. Вообще какой-то бред. Ну это неумение вот это вот руководить, конечно. Потом, а что вы сделали? А что мы сделали? У вас бюджет, у вас управление, у вас рычаги. Вы должны делать, а мы контролировать должны. Что, непонятно, что ли?
Еще тут тоже парадокс такой был. Орлова люди ждали, ждали, когда заасфальтируют. Заасфальтировали. Бах! Короче, там в районе Советской, туда ниже, там, перекопали. И сколько это колдобина стояло, помнишь, да? Так я рассказывал, так что-то планируется опять в этом году. Рассказывал, но я сейчас просто вспомнил. Тут кто-то просил Хабаровскую показать. Ну а что Хабаровскую показывать? Хабаровскую? Ну, а что ее показывать? Я говорю, 6 домов там так и осталось. Мусор вывозится где-то, ну, раз в полгода, раз в год. Так, как бы. Панелка нормально. Но Хабаровску надо отдельно шлепать. Сегодня новое видео поставится. Да? Кто вчера с кем-то разговаривал. В банке? Инфаркт был. Кто? А я не помню. Здорово, такой мужик. О! Вот он, наш любимый. Долго они этот дом тележили. Жильцов тележили там. Что, на Хабаровск? Да, поехали потихоньку. Там еще покажем. Тут развитие все. Все развитие покажем. А, это Андрей Дмитриенко был. Он говорит, у тебя что-то, Роман, видосов нет. А у меня как раз такой наплыв. Я каждый день там, у меня практически выходить должны. Там, я в очередь поставил, чтобы не отвлекаться. А он кто? Ну, бывший полицейский, бывший глава района. Он какой-то, ой, города какое-то время был. Ну, уговорили, как бы. Но молодой, видишь, я говорю, Андрюха, ты выглядишь плохо. Я просто, ну, я не враг, я просто сказать, что, может, там все лебезят, я не знаю. Ну, я как есть говорю. Прям вообще его там прям по здоровью бахнуло, серьезно. Ну, инфаркт, так инфарктом, а до инфаркта что было? Почки, там видно, что на лице же написано, что почки. Потихонечку, полегонечку. О, здание. Здание целое, умелое. Ну, торговые площади у нас. Вот самое развитие это вот торговые площади. Пожалуйста. Сдают. Причем никогда в Нагаре не останутся. В Брагаре, то есть. Помнишь, по Москве доходили? Дом этих. Вот и Дом уродов наш. Что за Дом уродов? На этот. Дума. Я говорю, что вы так не любите? Наши кормильцы поились. Дом уродов. У нас Николаевский не называют, у нас администрацию все очень любят. Это у нас нормально. Это не дом уродов, дом хороших людей, умнейших. Вот эти вот дома, по-моему, тоже туда к набережной отлетают. Будет крикунам разгуляться. Вот еще претендент, да? Вот этот вот домик. Вот тоже домик у нас замечательный. Вот баня городская в оперативном управлении. Армян. Ага. Вот тут армянская база у нас. Вот. Как товарищ называет, у меня Армянстрой. Неприятная история. То ли был Леонов. Ну, вроде как получилось у него порешать с Петуховым. Такой был у нас этот прокурор. Ну и хорошо, все, слава богу. А так бы остались без главы района. Но он был уже нормально, он был уже свободен был. Так, ух ты! А вот это вот тоже домик, смотри, какой хороший. Разрешение так дали даже. Возле со школы, все как положено. Вот там аптека была, где Винлаб сейчас. Но аптеки сейчас невыгодны. Аптека была. Аптека. Сейчас там не оптика, там сейчас Винлаб находится. Такая же там оптика. Ну вот она. Что, ты сюда хочешь? Ну, тебе же надо. А я думал прямо еще туда проехать, прямо. Нет. Ну ладно.